Самое время начать нашу утреннюю зарядку. Потому что в студии появился наш фитнес-инструктор Татьяна Головацкая. Танечка, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я не верю своим глазам. То есть пришел фитнес-инструктор до таких каблучищах. Слушай, а да, мы на самом деле сегодня внесем немножко женственности в нашу утреннюю зарядку. И на самом деле лето позади, да, всем грустно, 3 сентября. Но я для вас сегодня подготовила одно из самых эффективных лекарств против осенней хандры. Это, конечно же, танцевальная связка. Вот, да, да, да. На экране. А что я еще хочу сказать? Дело в том, что танцы – это то, что помогает не только улучшить физическое состояние, но и, конечно же, избавиться от стресса, а также повысить уверенность в себе. И очень многие женщины и девушки обращаются ко мне именно за индивидуальными танцевальными занятиями, чтобы получить максимальный результат и немножко повысить свою самооценку. Давай уже к делу. Мы начинаем. Начинаем с исходной позиции, руки опускаем вниз, ножки вместе. Мы двигаемся вперед, уводя таз, бедро в бок. И 3, 4, 5, 6 и как кошечка, 7, 8. Гладим себя по нашим щечкам, таз уводим назад, у нас ножки ровные. И 3, 4 и полный круг, 5, 6, 7. И голова 8. Отсюда вниз. Главное, чтобы вам хватило растяжки. 4, 5, 6, 7, 8. Полный круг. 3. Сброс. 4, 5, 6. Убираем волосы с лица. И 8. Просели вниз. Я постаралась сделать очень медленно, чтобы вы могли за мной повторить. И давайте сделаем еще раз. Слушай, мне кажется, что наши телезрительницы даже не так смотрят на твои движения, как просто слушают тебя, и от этого они приходят в восторг. Но каждый ощущает себя сразу такой вот... Ну, это очень классно. Женщина. Я очень надеюсь, что я могу мотивировать прямо через экран. Повторим еще раз. Конечно. Да? Мы бы с тобой, конечно, не один раз. Давайте немножко ускоримся и постараемся сделать в необходимом ритме. Мы делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, восьмерка, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Заброс. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Я надеюсь, всем понравилось. Это прекрасно. Я могу точно сказать по собственному опыту, что каждая женщина рано или поздно все равно в какой-то период времени пританцовывать любит именно так, вот перед зеркалом. Вот так вот. Да. Я так делала. Может быть, конечно, не прям так, вот супер изысканно красиво. Мы с тобой, Вера, знаем эти секреты, поэтому... Для вас специально милые женщины. Таня, спасибо тебе огромное. Мы просто обожаем. И мы, и наши телезрители, когда ты приходишь к нам в гости, поэтому появляйся почаще. Ты на самом деле просто вот огромный сгусток энергии, солнечной и такой вот чистой. Спасибо большое. Татьяна Головацкая, дорогие друзья, была сегодня у нас в студии, наш фитнес-инструктор.